Буэнос-диэс, братва. Ядерный разрыв навязывает ваш экран, а это значит, что у нас третья серия Blood. И мы косим босса. Да. Поэтому садитесь-ка поудобнее. Берите-ка ништячки. И делайте, наверное, погромче. Сейчас будет жарко. Погнали! Да, тут небольшое мерцание было, ну, технические особенности, MS-DOS как-никак. Как говорится, скажи спасибо, что хоть так получается. Так. Ты-ды-дым. Ты-ды-ды-ды-ды-дым. О, боже мой. Покажи себя! Чего ты стоишь? Ох ты ж мать твою. Что это, блядь, такое было? Так, карабас патронов. Хватаем шмель. Я не могу понять, где этот пидор лётает. А, вот она, супергаргулья. А вот теперь я знаю, что вы... Вжух. Прыжок. Ладно. Немножко пофармить. Как же без этого? Вдруг придется закидывать урода гранатами, а закидывать-то, сука, и нечем. Да, видимо, бойня будет потной. Как так-то, блядь? Карточка будет потная. Покажи себя, чего ты стоишь. О боже мой. Покажи себя, чего ты стоишь. Так. Ну и где ты? Чудище внеземное. Охуило твое тело. Блять, этот хинт где только не работал. Блять, зажигательная хуйня получается. Где ты, петух? Где эта морда упырёвская? Судя по следам, где-то здесь. Так у меня, блять, 13 хп. Хуяк. Где, блядь? Только такие дорожки из патронов. Ай, блядь. Гарь нахуй. Или может все-таки лучше загрузить сейф? В принципе, вполне можно, я думаю. Поэтому... Давайте попробуем загрузиться.
Так, хуяк-хуяк. Здесь все зомби попадали. Это да, концовка прошлой серии. Утропепляем аптечку. Так, система проворачивается. Раз. Два. Три. Ну то все, в принципе, можно повторить заход. Так, только шары надо часануть. Ладно, давайте посмотрим, что будет с более злым сетапом, чем было. Хм. А в этот раз 123 вражины. Ту-ду-ту-ду-дум. Прыгиваем. Покажи себя, чего ты стоишь. Ху. Так, сейчас эта херня должна прилететь, насколько помню. Видите, в чем соль? Петух постоянно заходит в тыл. Потом в один прекрасный момент можно обнаружить себя с разодранной жопой. Да иди ж ты сюда, блять, заебал ты уворачиваться. Видимо, чем меньше у урода ХП, тем больше он бегает туда-сюда. Где? Сука. В смысле уснул? Беспокойно, дорогой товарищ. Мы за тебя отомстим. Да уж. Жарковато получилось. Эту серию я, наверное, сделаю короткой. Сделаю такой вот альтентер небольшой, чтобы мне было видно, что происходит. Всего лишь 10 минут. Ну, в принципе, большего, как правило, и не надо. Так что вот. За 3 серии мы осилили первую главу. Но у нас еще 3. В принципе. Я думаю, тем, кто, ну, скажем, моего возраста или чуть старше, то да. Этот цикл зайдет. Я не буду его делать как отдельный сезон РКП. Я скорее сделаю отдельную, скажем так, программу, цикл какой-нибудь.
типа что-то ностальгическое, и вот начнется он, скорее всего, с Blood. Надеюсь, что он продолжится, причем без особых проблем. Так что вот такая вот борода, господа. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Увидимся в следующей серии. До скорого!